Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Карась зимой клюет, честно сказать, так себе, по сравнению с летним периодом. Но опытные рыбаки умудряются ловить достойные трофеи, да еще и в приличном количестве. Конечно, 50% успешной рыбалки зависит от активности рыбы в том или ином водоеме в зимний период. Частый вопрос новичков – как ловить лучше – на активную игру с помощью кивка и мормышки или пассивную с использованием поплавка? Давайте разберемся. Пассивная ловля идеально подойдет для новичков-мормышечников. Чтобы привлечь внимание карася, будет достаточно опустить приманку в лунку, кинуть щепотку зимнего прикорма и дождаться появления карася. Для того, чтобы компенсировать массу мормышки, подбирается поплавок, который при забросе должен погружаться минимум на 2 см. При этом делать никаких манипуляций не требуется. Активная игра мормышкой пользуется большей популярностью. В данном случае рыбаку предстоит постоянно играть снастью. Несмотря на свою сложность, такой метод ловли карася отличается большей эффективностью. Рыбаку предстоит постоянно подергивать и водить снасть, не забывая постоянно менять глубину. Только так удастся найти карася и привлечь его внимание к приманке. Еще один плюс такого метода заключается в постоянном передвижении и поиске стаи рыбы на дне. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!